советскому солдату, открывшему нам небо в 45-м, прошедшему огонь войны проклятой, в которой мы ничуть не виноваты, прошедшему огонь войны священной, защитнику страны, земли, вселенной, солдату каменному и живому, российскому великому родному. Российскому солдату, принесшему победу в 45-м, поклонимся ему благоговейно от Дальнего Востока и до Рейна, от Северного полюса до Юга, дадим обет беречь, любить друг друга, солдату каменному и живому, российскому великому родному. Мой дедушка, Чехунов Михаил Никитович, летчик-истребитель гвардии, старший лейтенант, 1918 года рождения. Он участвовал в Великой Отечественной войне с марта 1942 года по февраль 1943 года. Провел 164 успешных боевых вылета, 40 воздушных боев, где лично сбил 10 самолетов противника и один в группе уничтожил приштурмовку на земле. Неуправляемая машина неслась на него и ударилась в верхушки деревьев, но и развалилась на части, но летчик чудом уцелел. И после излечения в госпитале вернулся в полк, но летать больше не смог. Осколком снаряда был серьезно поражен в правый глаз.